Торжественная церемония собрала у стен Пушкинского университета не только большое количество почетных гостей и камер, но и просто жителей Бреста. Открытие нового сквера – важное событие в жизни города. Да, его история не так связана с биографией самого Александра Сергеевича Пушкина, однако в областном центре бережно хранят литературные традиции и серьезно изучают богатое наследие, оставленное поэтом легенды. Сегодня особый день. Особый день для Брестской земли, особый день для белорусской и российской культуры, особый день для тех миллионов людей, кто чтит творчество великого поэта, кто любит его прозу и стихи, для всех тех, кто хорошо знает это творчество. История не знает сослагательного наклонения. Пушкин был, есть и будет одной из самых ярких личностей русской литературы, получивший свой почетный статус не только за вклад в творчество, но и за стремление совершенствовать русский язык. А он в Беларуси имеет статус второго официального государственного. Поэтому и отношение к таким знаковым персонам в Беларуси и на Брещине будет оставаться таким же особым. Есть много общего у нас. И то, что его потомки, работая в Новогрудке, захоронен внук Александра Сергеевича Пушкина, это тоже исторический факт. А важность языка русского для белорусов, вы же знаете, что в нашей Конституции белорусский и русский язык, они, значит, имеют тот же статус единого государственного языка. Поэтому поэт, который прославил русский язык, конечно, он почитаем и у нас в Беларуси. Новый сквер должен стать одной из местных достопримечательностей, привлекательной для молодежи. Ведь рядом располагается университет, где изучают литературу и искусство студенты. Здесь со временем администрация вуза планирует проводить фестивали и поэтические встречи.